Всем привет! С вами Ольга Чернова и мой краткий обзор различных сортов перца. Сегодня я описываю вам перцы, которые я выбрала для посева в первую очередь, у которых длительные, ну, которые не скороспелые, короче. Вот дошла я до перца «Золотой юбилей». Он отличается от всех предыдущих. Напомню вам, что перед этим я описывала вот такие вот все только красные, вот язычок тещи, гранатовый, который на паприку сушить можно, потом петушок, который универсальный, и в салат, и все, Йола Вондер, который кубовидный, такой красный, мясистый. Но все они были такие красные, и все одной почти одинаковой формы вытянутой. Золотой юбилей отличается сильно от всех других. Вы видите, что он желтый, такой вот формы. Вот такой круглой формы. Сейчас я прочитаю, что о нем пишут. Я его, если честно, садила, но высаживала это было года два назад. Среднеспелый сорт для пленочных теплиц и укрытий. Растение среднерослое, высотой 45-55 см. Плоды округлые, плоские, крупные, массой 110-180 грамм. Толстостенные 8 мм. Окраска в биологической стадии золотисто-желтая. Вкусовые качества высокие, как в свежем виде, так и в переработке. Вот что сказать про этот перец. Да, он, конечно, отличается. Он отличается и своей формой необычной, как, ну как вам сказать, какая-то как будто маленькая тыковка. Маленькая тыковка. И несмотря вот на такую форму обманчивую, кажется, что он маленький. Нет, он не маленький. Плоды вот такие огромные, в руку возьмешь, они тяжелые из-за своей стенки. Стенка написана 8 мм, она так и получается очень. До сантиметра даже доходит, в хороших условиях вырастает сочный, сладкий. Во-первых, все желтые сорта, почему-то мне кажется, что они более сладкие, более ароматные. Вот этот золотой юбилей, ну, конечно, я его фаршировать никогда не фаршировала, потому что там его откроешь, уберешь семена, там места для фаршировки фактически нет. Там все занимает вот эта толстая стенка сочная. Но какой он вкусный в салатах и в свежем виде просто. Убрать семена и скушать всю эту перчину безо всего полностью, без всяких приправ. Рекомендую. Очень вкусный, хороший сорт. У меня уже слюни потекли. До свидания. С вами была Ольга Чернова и мои краткие обзоры различных сортов перца.